Ой, зима пришла, ребята. Зима. Всем привет. У нас уже 17:04. Ребята, как обстановка? Ну, сегодня тихо. Вчера было вечером немножко не тихо. Сами понимаете, видео снимать не очень хочется. Ну, просит, чтобы хоть что-то я снимала, выходила с вами на связь. Так что так немножко сейчас расскажу, чем я сегодня занимаюсь. Занимаюсь стирка, уборка, готовка. Сейчас готовлю ужин. Вот. Готовлю ужин. Картошечку поставила, варю. Отбивные пожарила. И сейчас бурячок. Приготовлю салат с буряка. Достала терку. Вот. Вот такие у нас дела. Не снимаю ни готовку, ни уборку. Это сейчас машинка постирала. Никому это сейчас не надо. Многие спрашивают, почему я ничего не снимаю такого и ничего не рассказываю про то, что сейчас творится в Украине. Ребята, я снимаю то, что там, где я живу. Я показываю то, что я вижу. Еще, если кто-то, например, ну, кто не снимает видеоролики в YouTube, просто пользователи YouTube, нам нельзя вставлять. Я, например, нашла какой-то ролик, сенсация там чего-то такого, и думаю, вам покажу. Я не могу вставлять в своем видео чужие видео. Это нарушение авторских прав. Меня за это YouTube будет ругать. Ну, это так, в кавычках. Ну, нельзя этого делать. За это делает, поэтому, ну, авторские права за это делают замечания. Нельзя, я не могу вам показать. Потом много такой информации, которая, ну, что я расскажу? Я рассказываю вот в городе, у нас вот сегодня тихо, вчера было не тихо. Вспоминала про то, как вы мне писали про, как он, тревожный чемоданчик. Я не знала, куда бежать и что хватать, и что делать в первую очередь. И думала, если мне придется бежать на улицу, то, наверное, не буду я ничего с собой тянуть. Потому что мне надо София, Мики, ну, такое, документы там. Короче, вспоминала вас, ваши комментарии, что вы мне писали. Что когда что-то случается, то это не до этого. Ну, знаете, разные ситуации, если, например, там пожар в доме и надо эвакуироваться. Вот. Как я вам могу показывать? Потом сейчас, если ты показываешь какие-то картинки, там, ну как, информацию рассказываешь, то, которая ты в этом не уверена, я могу за это по шапке получить. Если я буду фейковую какую-то информацию, не уверенная я в ней, и я вам буду ее показывать и рассказывать. Этого тоже нельзя. Я показываю, что можно купить. В общем, деньги в Еве можно обналичить. Ну, я ходила вчера, у меня не получилось, потому что уже деньги закончились. И в АТБ тоже закончились деньги. Ну, нет налички. Вот. В Ощадбанк сегодня привозили деньги на Даманском. Люди снимали. Вот. Что я вам еще могу рассказать? Что вам еще рассказать? По поводу там отписывается от меня, потому что тушенку я приготовила для фашистов. Ну, если мой ребенок фашист, вам, наверное, виднее. Отписывайтесь, пожалуйста. Я видео сказала, София, одну банку едим. Ну, не закатывала ее, без закрутки банка. Я сказала, София очень любит тушенку. А мне написали, я все, отписка. Для фашистов она тушенку. Кто фашист? Кто фашисты? Не пишите ерунды.
Подписывайтесь, не смотрите. До свидания. До свидания. С Аней общалась сегодня. Получилось у нее купить детское питание и памперсы. Вот. В аптеке приобрести получилось. Что еще? Сейчас я вам так по чуть-чуть я вспоминаю по комментариям. Очень много поблокировала. Очень много грязи всякой пишут. Очень много. Люди, которые не те, которые все время смотрят видео. Не, ну те, которые смотрят, тоже возмущаются там, ну, им не нравится. Ну, не смотрите. А те, которые такие залетные, боты какие-то непонятные, я их сразу блокирую. По поводу. Ой, чего же я вам хотела сказать? Вспоминаю по комментариям. Не могу вспомнить, девочки. Буряк чищу. Расскажи правду. Какую я вам правду расскажу? Вы все смотрите новости по телевизору. Я вообще телевизор не включаю, не хочу ничего смотреть, потому что голова закипает. Вот и Анечка звонит. Пообщалась с Анечкой, даже получилось по видеосвязи. Связь была, ну так, немножко прерывалась, но нормально. А то бывает вообще связь никакая. Нормально, пообщались. Камилуська там уже топает, как мишка рычит. Вот, немножко пообщалась. Тоже завтра у них вроде бы как в метро есть продукты. Но, говорит, очередь надо, сильно большая очередь стоит. Но завтра попробуют сходить. Купить продуктов. Ну, смотря какая будет обстановка, вы же сами понимаете, девочки. Как у них будет, получится или не получится сходить. Да хоть сегодня купила, получилось у нее купить Камиле еды. Еще говорит, в каком-то магазинчике маленьком, говорит, получилось и масло купить. Так, я уже и буряк натерла, пока мы пообщались, я уже, видите, бурячок, ой, вы упали. Не бойтесь, я тоже боюсь. Вы упали. Вчера готовила, знаете что, ленивые голубцы в духовке. Ну, София, Жене понравились, а Софии нет. Вот. Уже поздно вечером, только в духовку поставила готовить, а тут как бабахнет. О, не знаю, что за что хвататься, куда бежать и что делать. Сейчас салатик с чесночком, поужинаем и, ну, чтобы. Свет стараемся не включать. Ну, так, горит где-то так, чтобы полумрак был. Сильно не включаем. Так что, кому что интересно, смотрите, новости там все показывают. Все рассказывают. Все как есть. Я тоже смотрю. Посмотрела про Харьков. Что там? С Харьковом, так капец. Страшно. То, что происходит в 21 веке. Так. Все. Вот видите, немножко с вами пообщалась. Вышла на связь. Длинный ролик записывать не буду, маленький такой. Всем большое за поддержку. Пишите, поддерживаете нас. Такие дела. Что ты, София, всем хотела? Привет. Попить. Попить не попить. Сейчас картошечка доварится, будем ужинать. Да? Да. В школу.
школе занимаемся, я уже рассказывала, дистанционное обучение. Детки учатся. Нет, положи. Сейчас, София, ну картошечка доготавливается и будем кушать. Все, салат у меня уже готов. Какой? С чесноком. Понятно, это умеренно. Орешки, правда, неохота мне дробить орехи. Туда еще и орехи добавляются? Да, добавляются. Понятно. В прошлый раз я когда снимала видео в АТБ, свекла была такая хорошая. Я сначала подумала, картошка, она правда меленькая была. Ну, не знаю, какая на вкус. Этот, смотрю, как-то светловатый. Знаете, как есть борщевой буряк и салатный. Какой-то... Сейчас попробую. Как-то он мне светловатый. Сегодня тоже думаю, надо настроиться, надо порядки дома понаводить, поубирать, постели поменять, стиркой. Потому что руки как-то не поднимались, неохота ничего. Угу. То есть такой, знаете, сладкий-сладкий. Я сейчас немножко его подсахарю. Не очень, да, не очень. Картошечку сейчас потолку. Все туда, ребят. Буду с вами прощаться. Отчиталась. Все посмотрели, все у нас нормально. Вот. Все. Тогда пока-пока. Все, всем мирного неба.